Как зрители, это Гагатун, и сегодня мы будем с вами играть в Суперход. Точнее, мы будем в него не играть, а я буду вам показывать все секреты, которые я в нем нашел за это время. Потому что если вы зайдете и посмотрите, тут обычно у вас пишут, что секрет не взломан. Но, как видите, я взломал все секреты на уровнях, которых можно было это сделать. Здесь, видите, нельзя, здесь тоже нельзя. И поэтому я вам их сегодня покажу, и так как в игре все еще нету русского языка, я буду по возможности пытаться их все перевести. Поэтому да, ваша ключевая цель на самом деле, как только вы поймете, что для поиска секретов вам не нужно убивать противников и так далее, их все найти достаточно просто, потому что они все кроются именно в таких зонах, например, вам нужно выпрыгнуть из окна и так далее, и тогда вы можете найти такую вот локацию, где что-то непонятное происходит. И нам нужно вот дотронуться до такого вида компьютера, до которого вы можете дотронуться только когда у вас нет оружия. Давайте. Ты нашел секрет. Теперь ты можешь задать один вопрос. Окей. Что такое суперход? Суперход X — это симуляция, разработанная, чтобы забрать твое время и изменить то, как ты думаешь. Суперход же это что-то совершенно другое. Вот так вот. Суперход же это что-то совершенно другое. Ну ладно, и здесь после этого вам уже можно выходить, потому что секрет взломан, и мы можем перейти ко второму уровню. Так мы будем ходить из уровня в уровень. На самом деле ролик, скорее всего, получится достаточно длинный. Кстати, на этой локации я достаточно долго пытался понять, что же вообще нужно делать. Потому что она спрятана достаточно странно. И вообще-то нам не стоит их убивать. Да я просто ломаю этот пистолет об его лицо. И мы упрыгаем отсюда. Есть, кстати, вот такие еще вентиляторы зачем-то. Фан-сервис, типа. Но вентилятор это не то, что нам нужно, на самом деле. Буду с вами откровенен, вентилятор это не то, ради чего мы сюда пришли. А то, ради чего мы сюда пришли, это... находится где-то здесь. Да, так как в игре 30 с чем-то уровней, я могу иногда что-то забыть, то где и что находится. Но вот вам нужно прыгнуть куда-то вот сюда, и да, мы нашли наш секрет. Ты нашел секрет. Теперь ты можешь задать этим... Ну, это всегда будет написано вначале. Я могу больше не переводить. Кто ты? Концепт сущности сомнителен. Я попробую говорить терминами, которые ты сможешь понять. Пожалуйста, думай обо мне как о занозе в системе, разработанной интеллектуально взаимодействовать с людьми. Со временем ты поймешь, когда будешь полностью готов. Мы держим наши старые формы, пока будто банка газировки, брошенная в океан, наша ракушка не растворяется, и мы почувствуем все. Со временем ты станешь мной, а я стану тобой. Короче, какая-то лапша на уши. Вот что это было только что. Ладно, я надеюсь, что я перевел вам где-то за кадром, потому что сразу в процессе переводить это было бы очень сложно. Так, ладно, переходим к следующему уровню. Так, коридор. Так, здесь тоже все достаточно просто, хотя и не совсем, прямо совсем супер просто. Так, я все-таки, наверное, убью одного из них, потому что... Зачем он нужен? Так, и поймаю его пистолет. И не дам его взять. И возьму еще вот этот пистолет. И тоже ударю в его башку. И теперь мы можем спокойно валить отсюда. Это, кстати, сложно, потому что... Сложно догадаться, что это здание окажется на самом деле прозрачным, в конечном счете. Так. Окей, все отлично. Я нашел секрет. Теперь я могу задать еще один вопрос. Так. Кто я? Кто ты, не так важно, как то, насколько ты связан с тем, кто ты. Вот что там было написано.
Ух, это так диски. Его сложно переводить быстро, потому что эти предложения, они имеют смысл только когда они закончены. Из-за того, что у меня есть слишком мало времени, чтобы перевести, поэтому иногда получается перебираю. Ну ладно. Так, давайте перейдем к следующему уровню. Так, коридором прошли, теперь нам нужно дроп пройти. В принципе, этого чувака, наверное, даже бессмысленно убивать. Так, удачи вам оставаться там. Так, так, так. Так, я надеюсь, я правильно пеку. Окей, да, и вот видите эту пальму. Вам неожиданно нужно идти не дальше, а вам нужно прыгнуть на эту пальму. Вот такой вот неожиданный поворот. И это тоже достаточно сложный секрет, потому что здесь вам нужно не просто дотронуться до монитора компьютера. Вот этот компьютер, вам нужно в прыжке до него допрыгнуть. Ты нашел еще один секрет. Ты можешь задать один вопрос. А почему я могу контролировать время? Ты можешь контролировать время? Потому что я на самом деле ничего не контролирую. Так, и вот с этого вы умрете, но это уже не так важно. Так. И, наверное, стоит сказать, что в конечном счете, когда мы будем приближаться к концу, то тут, возможно, будут некие спойлеры для тех, кто не хотел что-то видеть. Поэтому beware. Иди с нами. Как насчет нет? Так, этих ребят даже может не убивать. Ну, кстати, чем этот уровень интересен? Ты не можешь сломать систему, не пишет. Чем этот уровень интересен, что тут достаточно много мест, куда вы можете пойти. Вот можете посмотреть здесь, постоять. Жди. Окей, я не знаю, что там происходило. По-моему, там говорили суперход наоборот. Так, и вы можете даже пойти вот туда. Но это все на самом деле бессмысленно, потому что здесь нет секретов. Но вы можете просто походить, посмотреть, что здесь находится. Так, здесь тоже будет, типа, отдохни, скажет. Наслаждайся видом в пустоту. Но если вы пойдете дальше, вы свалитесь, потому что там реально пустота. Так, и чтобы получить, собственно, сам секрет, вам нужно вон прыгнуть куда-то туда, насколько я помню. Да, вон видите эти странные скамеечки. Так. И вон наш компьютер. Кстати, я не знаю почему, но в некоторых местах светится зеленым. Не знаю, с какой целью. Ты нашел еще один секрет. Теперь ты можешь задать вопрос. Почему все сделано из бетона? Текстуры отвлекают. Мы предпочитаем, чтобы ты оставался сфокусирован на своей цели. Точнее, на нашей цели. Окей. Так, следующий уровень, это у нас прыжок. На самом деле, некоторые уровни названы очень странно. Надо будет мне запомнить, что я вам показал, что нет, чтобы я случайно что-то не упустил. То, кстати, чувака, наверное, не стоит убивать даже. Я возьму пистолет и свалю. Вам меня никогда не взять живым. Держите свой пистолет. А теперь я убегаю. Так, оп. 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 О, черт, я так не допрыгнул. Оп. И оп. Отлично. Важный звонок. Алло? Алло, кто? Кто это говорит со мной? Никто со мной не говорит. Опять знакомая музыка, да? Я нашел секрет, опять. Теперь я могу снова задать еще один вопрос.
Почему противники ломаются, когда я ударяю их, когда я убиваю их? Точнее, они распадаются на части. Почему ты думаешь, что они противники? Может быть, они такие же люди, как и я? О нет. О нет, я убиваю таких же людей, как и я. Так, и теперь мы переходим к следующему уровню. Шотс. Где нам скажут не то место, не то время. Что, впрочем, и не так уж важно. Потому что я валю отсюда. Вернись обратно. А я такой, никогда я не вернусь к вам обратно. Мы оказались на улице. Что же здесь происходит? Здесь ничего нет? Вот, видели, там было написано что-то, что типа, мол, ты можешь увидеть это только если ты поставишь, заскриншотишь игру в таком духе. Но так как я записываю это видео, вы сами можете поставить на паузу и посмотреть, что там написано. Так, теперь с носа собаки нужно перепрыгнуть на другую собаку. Так, и... В принципе... Должно быть не так уж сложно. Вы нашли секрет. Теперь вы можете задать один вопрос. Почему противники красные? И какого же цвета ты? И что важнее, какой формы? О нет, я черный. Они намекают на то, что все противники расисты и поэтому пытаются убить тебя, потому что ты черный. Хочешь подраться? Да не особо, на самом деле. А смотрю, ребята уже настроены подраться, поэтому почему бы мне с вами и не подраться? Так, и наш секрет лежит вон там дальше. Вы уже видите его? Эти он там лежит. Но вам нужно оставить одного в живых. Как это ни странно. Пускай останется живых кто? Пускай этот останется живых. Итак, вам нужно прыгнуть на эту камеру, перепрыгнуть. И все. И вот секретик где-то здесь. Секретик-то где-то здесь. Вот он. Вот он. Не ожидали, да? Я бы тут ходил туда-сюда. Ты нашел секрет. Теперь ты можешь задать один вопрос. Почему выбрали меня? Мы не выбирали. Ты выбрал нас. Вот это порвает. Как же так получилось, что я выбрал их? Ладно, с ним, в принципе, незачем разбираться. Пускай бегает. Незаконченное дело. Так, и здесь тоже вам придется выпрыгивать в окно, насколько я помню. Так, я думаю, что у меня все выйдет. Меня не замочат в процессе. Окей, я выпрыгнул. Удачи, неудачники. Так. Куда дальше идти, я уже не особо помню. Надо было, наверное, с другой стороны подойти. Блин! Так. И вот она. Туфли. И кассеты, и фотокамера. Ты нашел секрет. Да, я, как всегда, могу задать один вопрос. Почему пуля продолжает лететь, даже когда я стою на месте? Вот это, кстати, хороший вопрос, которым я задавался кучу раз в течение игры. Никто не идеален. Ни одно тело не идеальное. Они даже не могут стоять правильно на месте. Видимо, это отсылочка. Так. Вот это, кстати, сложный уровень, потому что вы падаете, а вы не должны, на самом деле, падать. Поэтому давайте перезапустим это.
Окей, видите, я отпрыгнул назад. И теперь нам нужно прыгать куда-то сюда. Кстати, а вам нужно обязательно избавиться от оружия, потому что, как я говорил, если у вас будет оружие в руке, то вы не сможете дотронуться. Так, и тут. Смотри на себя. Но, к сожалению, меня не видно на экране, поэтому мне нужно двигаться дальше. А, ух, слава богу, я смог дотронуться. Ты нашел секрет. Теперь ты можешь задать вопрос. Почему я вам нужен? Почему? Нужен — это сильное слово. Мол, я им не нужен. Так, я умер очередной раз. И теперь я могу дальше продолжить вот этот уровень. Ты свернул не туда. Мне кажется, эта машина свернула не туда. Потому что она только что сбила одного человека. Я не знаю, этот автоматчик, он может нам помешать немного. Так, ну, проверим сейчас. Ага. Да, видите, этот автоматчик, он немного плохо настроен по отношению к нам. Но дальше... Это тоже один из сложных, кстати, трюков в этой игре, который нужно сделать. Я тут вообще застрял. Меня чуть не убили, но слава богу, меня не убили. Так, эти вы окажетесь где-то вот здесь, на этих лестницах, которые немного глючат, и его нужно прыгнуть вот сюда. Где качели. Такое вот колесо обозрения. Опс, я чуть не упал, блин, случайно. Секрет! Мы нашли его! Ты нашел секрет! Теперь ты можешь задать один вопрос. Как эти уровни все связаны? Разве не все в этом мире связано? Разве это не правда, что если бабочка хлопнет своими крыльями, то это где-то вызовет ураган? Это тоже отсылочка. Так, и так, это мы уже поиграли. Вот это осталось, да? Там дальше будет... нас будут учить быть собакой. Что, к сожалению... не является уровнем. Так. Дальше не помню, налево или направо идти. Возможно, направо. А, нет. Любопытство убило кошку. Ты нашел секрет. Ну да, я нашел секрет. Я убиваю настоящих людей. Дай определение слова «настоящий». Так, и дальше мы скипаем этот уровень и идем в госпиталь. Это есть уровень в госпитале? А, нет. Так, и сейчас нам нужно ударить этого чувака, и неожиданно мы должны полететь за ним. Вот это поворот. И, кстати, это тоже достаточно сложный уровень, потому что вы окажетесь в таких местах, и вам нужно как бы прыгнуть вот сюда и вообще-то с другой стороны, потому что вы не сможете здесь дотронуться. Но в то же время мы можем сделать просто так. Вы можете и пролететь, пока летите и задом наперед, как угодно. Главное, что вы должны допрыгнуть до компьютера. Что происходит, когда я умираю в игре? Разум — это софт, от тела можно избавиться. Когда смерть поблизости, тебе никогда не нужен друг. Так, донат. Привет. Ох, в этом уровне мне даже нужно вспомнить, что мне на самом деле нужно делать. Вроде бы да, мне нужно как-то прыгнуть сюда. О, акулы.
Как раз таки я, кажется, на этом уровне умирал, вот такой, что там, были акулы или мне показалось? Да, это как раз этот уровень. Можно походить, посмотреть. Тут не на что смотреть, говорит мне игра. Тут не на что смотреть, только акулы. Че, теперь доволен? Я доволен. Ладно, пойдем. Дотронемся до ножниц. Ну, кстати, эту рыбу тоже можно ловить. Ты нашел секрет. Я тогда могу задать один вопрос. Время летит по-другому, когда ты находишься внутри системы. Время летит, когда ты веселишься. Вот так вот. Это отсылка к детям шпионов, возможно. Ты не должен быть здесь. Так. Вообще не факт, что вы должны убивать этих ребят. Но я убью их все равно. И вы можете, да, дойти дальше и прыгнуть на тех скульптурах, но тут есть такой интересный, какой-то странный баг, что ты можешь прыгнуть на этой скульптуре и прыгнуть наверх. И после этого можете спокойно выйти здесь. Так, после чего вы увидите еще одну фигурку того же, той же статуи, которую мы, на которую мы запрыгивали, поэтому здесь вам нужно спрыгнуть вот так вот вниз. И вы окажетесь здесь. Столько прыжков. Ты не устал? Ну, на самом деле, я немного устал. Поэтому я оставлю здесь свой меч и разобью центрифугу. Ты нашел секрет. Теперь ты можешь задать вопрос. Почему вы называете меня собакой? Ой, смотрите. Он пытается говорить. Мне нравится, когда ко мне так относятся. Из-за этого я пойду и перерублю всех здесь. Где вы? Вот этот еще остался. Братишка, появляйся. Окей, а этот где? Теперь нам нужен лифт. Так, и лифт достаточно интересная карта, потому что обычно они убивают сами своего друга, но... Окей, вот видите. У них от раз это получилось. Так, и теперь мы можем спокойно выпрыгивать в окно. Правда, не помню, куда нам нужно выпрыгивать в окно. По-моему, нам нужно выпрыгивать сбоку. Так, я возьму этот шотган и выкину его в окно. Это тоже выкину в окно. И удачи тебе оставаться теперь. Все это. Вот она. Это сияние. О, это отсылка к сиянию теперь. Что по вашей отсылке к сиянию? Что вы хотите от меня? Желание — это иллюзия. Возможно, одна из самых важных иллюзий. Так, следующий уровень. Там мы взломали. Доктори опять идет. Так, это тоже один из достаточно непонятных уровней, потому что здесь является секретом, но секрет находится вот здесь, вот недалеко от вас. Он вот за этой стеной. Неожиданно, да? Я тоже подумал, что это неожиданно. Достаточно рандомно, я бы даже сказал. Здесь вот есть выступ, с которого можете спуститься. И дальше вы должны найти этот выступ. Найти, идти по нему, говорить, о, да, какой я, как я нахожу все эти секреты, это сам. Вот так вот себе говорить, несмотря на то, что вы посмотрели этот ролик. Но не важно. Вы нашли секрет. Теперь вы можете задать этим вопрос. Почему в игре только три вида оружия? Хороший вопрос, опять же. Отличный вопрос.
симуляции только один вид оружия. И это ты. Пам-пам-пам-пам. Так, значит, да, вот так вот, значит, да. Так, возвращаясь к выбору оружия. Это мы только что сделали. И митинг. Совещание. Ох. Тут было бы сложно, да, вы думаете, что там где-то внутри будет, но нифига. На самом деле это один тоже из самых легких. Один из самых легких секретов. Вам нужно просто прыгнуть за угол. То-т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 о. И это наш секрет. Так. Почему суперход был создан? Люди всегда будут хотеть освободиться от самих себя. Суперход не создали, его обнаружили. Каждый раз эти фразочки. А в щит Нига. Это не озеро, это океан. Так, совещание. Это мы не можем поиграть. Потому что тут нет секрета. То есть мы можем его поиграть, но там нет секрета, поэтому это бессмысленно. Так, падение. Кстати, можете прыгнуть даже в другое тело, если захотите, но мы это не будем делать, потому что этого чувака... У этого чувака был пистолет, и мы хотим себе пистолет. И опа, чувак! Мы теперь оказались вот здесь. Можно взять клюшку. И так, я сейчас забью лунку. Оп! Чуть не вышло у меня забить лунку. В жопу вашу лунку. И она даже странно как-то сломалась. Вы нашли секрет! Теперь вы можете задать вопрос. А, кто финансирует суперход? Ну, наверное, люди вроде меня. Нет? Ты об этом не думал? Двигатель работает на людях. Людях вроде тебя. Вау, неожиданно я угадал то, что он сказал. Хотя, возможно... Когда люди покупают игру за 800 рублей. Но я на самом деле я достаточно много в нее уже наиграл. То есть, сколько я уже наиграл в нее? 14 часов? Так, на самом деле, вот это достаточно сложный уровень, потому что вам может не повезти, и по рандому вас замочат какой-нибудь фигней, поэтому вам нужно очень решительно убивать всех. Так, я надеюсь, что до него долетит. Это вот до него долетело. Теперь можно об этом не беспокоиться и прыгать на эту лестницу. Да, кто бы мог подумать, но лестница, блин, это то, что вам нужно. Надеюсь, что меня не замочит, пока я на нее пытаюсь запрыгнуть. Что какая-то она странная и лагучая. Окей, вот мы на нее запрыгнули наконец-то. И да, и оли-оп, я чуть не упал с ней. Оли-оп, окей, отлично, наконец-то он прыгнул в полную силу. Так, дальше вам нужно запрыгнуть, насколько я понял, вон туда. И... Черт, я не запрыгнул вон туда. Но это не важно, потому что нам все равно хватает и этого. Так, и вот здесь находится, собственно, секрет. Нашли секрет! Теперь вы можете задать вопрос. Когда я меняю тела, я все еще остаюсь самим собой? Когда ты перестанешь быть таким эгоистичным. Ну или что-то типа того, если переводить. Когда типа ты перестанешь думать о самом себе. Вот что он спросил. Так, вы, кстати, можете здесь дальше походить, потому что тут вообще достаточно много чего сделано. Может даже, можно допрыгнуть до этого крана, если он непрозрачный. Вот много лестниц зачем-то сделано. Но я спускался вниз, я там ничего не нашел, поэтому не знаю. Но может здесь еще есть какие-то секреты. Кто знает? Основной секрет это все равно этот компьютер. Потом выходим. Как видите, нам осталось совсем всего ничего. Всего ничего уровней. Это тяжелый день.
Неожиданно мы берем, выпрыгиваем в окно. Окей, это не то окно, которое мы можем выпрыгнуть. Так. Я готов поменяться самим собой. И вон тот самый компьютер. Кстати, до него вот на удивление сложно было допрыгнуть, когда я в прошлый раз умирал. Знаете, почему-то он не реагирует иногда на твою руку. Ты типа, вроде как к нему тянешься, тянешься, а он собака. О! Вы нашли секрет! Ты вообще человек? Не такого рода, о каком ты думаешь. Или, может быть, мы не того рода, о которых ты думаешь. В общем, наверное, он не человек. Ну, как, вроде как и человек. Сложно. Так, офис у нас был. Теперь мы стейшн играем. Вот стейшн, возможно, еще даже сложнее, потому что вот этот автоматчик шизанутый. Если он по вам попадет, то все закончится очень-очень печально. И не факт, что я сейчас по нему сам попаду. Окей, я по нему попал. Так, тогда давайте обезоружим вот этого чувака. Так. Главное, что вам не нужно делать, это пытаться их убить, потому что это плохое решение, и вам нужно запрыгнуть куда-то вот сюда. Так, и дальше отсюда вы можете найти вот эти штуки. И вам нужно прыгнуть на них. И вы можете даже уже увидеть, что там есть компьютер. Так. Я предпочитаю прыгать очень медленно, потому что я боюсь, что игра как-то заглючит, и в итоге я свалюсь просто не туда. Потому что у меня уже были такие моменты. Вот я, например, на этой последней несколько раз падал. Вот отлично. Эти штуки прозрачные. Секрет! Секрет. Ты нашел секрет. Теперь ты можешь задать один образ. Кто твой противник? Кто-то в мире хочет контролировать тебя. Не верь их лжи. Только система освободит тебя. Вот так? Ну ладно. Поезд. Okay. Это достаточно тоже интересный секрет, потому что здесь вы думаете, что где-то внутри, но нифига, вам нужно с самого начала прыгнуть отсюда, на эту перилину. Я, кажется, здесь внутри его. Так, и здесь вот такое интересное место с компьютером. Нашли секрет. Теперь вы можете задать вопрос. Насколько суперход большой? Насколько большой воздух? Ты не отвечаешь на мой вопрос. У тебя суперход везде, он даже в воздухе, он как сила. Он как сила, Люк. Так, ворота. Ух, надеюсь, что меня сейчас здесь не убьют. Потому что они могут вас убить очень неожиданно и резко. Им дальше вам нужно идти. Опс, что-то игра подвисла даже как-то странно. Вот вам куда нужно идти. К собачкам. Crunch time. Кстати, опять музыка играет. Тут еще есть что интересно. Тут есть могучие какие-то как текстуры, из которых тоже странные звуки идут. Что они делают, я тоже не знаю. Может, это еще какой-то дополнительный секрет. Вы нашли секрет. В чем будет моя награда? Ты получишь щеночка. Но тебе придется найти его самому. И принести его нам. Какая странная награда. Так, и лобби. Ох уж этот автоматчик, я его тоже ненавижу, кстати. Так,
попробую, даже по нему можешь попасть. Я попал. И вон, вам нужно прыгать вот сюда, где вы найдете еще одну странную фигурку, как видите, перевернутую. И эта стена окажется неожиданно прозрачной. И тут вообще много различных символов. Это какая-то единичка нарисована или что-то такое. Так. И найти компьютер здесь тоже не очень просто. Что он будет спрятан. Очень странным образом. Вот, вы думаете, о, я нашел его. А он раз и не работает. И вы такие, блин. Где же другой компьютер, который я могу использовать? Компьютер, который вы можете использовать, он где-то вот здесь. С этим пинусом. Ты нашел секрет. Теперь ты можешь задать вопрос. Как много здесь уровней? Именно столько, сколько и этих вопросов. Но это правда. Так. И осталось еще два секрета у нас. Вы видите, вот на здесь ничего нету, тут нет никаких окон, поэтому, естественно, тут будет стена, которая фальшива. И вам нужно просто будет ее найти, уперевшись в нее. Рано или поздно. Оп! Мы нашли ее! Мы нашли фальшивую стену. Вот тут есть. Медвежонок почему-то в гробу. Не знаю, какой-то странный символизм. Подожди, секрет. Кто создал Суперход X? Те, кого система выбрала как свои инструменты. Ей нужны конечности и люди, которые будут распространять информацию о ней. Так, Лун Вэй, и осталось ядро, которое, как видите, я еще не взломал. Потому что я хотел, чтобы все мы вместе с вами удивились. Потому что я нашел место, но я его не активирую. И... Если честно, я немного же подзабыл, где, как точно до него допрыгнуть, потому что там много паркура. Ну, не то чтобы супер много паркура, но тут есть паркур. Некий. Так. Кто-то... Пока по нам стреляет, нам вроде как нужно спрыгнуть куда-то сюда. Так, да. Последний секрет, который вы можете найти в этой игре. Там вход в ядро, видимо. С лагающей стеной. Тут, кажется, люди бегут. О, боже. Они меня так еще замочат. Ладно. Последняя часть нашей головоломки. Ты нашел секрет. Теперь ты можешь задать один вопрос. Какая настоящая цель Суперход? Чтобы поработить тебя, чтобы освободить тебя, чтобы собрать твой гнев, чтобы изменить твой разум, чтобы ты продолжал задать вопросы, выбирай свой яд. В общем, выбирай, какой из этих ответов тебе больше нравится. А теперь... Ты нашел все секреты. И как награда ты можешь узнать, как мы рекрутим людей. Зайди на ggroups.exe. ggroups.exe это, кстати, приложение, которое вам доступно изначально с самого начала игры. Вот мне дали ачивку. Если вы зайдете в приложение, тут есть GG Groups. Если вы дослушаете его до конца, досмотрите, оно где-то идет 20 минут, вы получите еще одну ачивку. Да, и все, что оно из себя представляет, это просто... О, нет, тут что-то изменилось. Ой, тут что-то реально изменилось. С
суперход, 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 мод. Заставьте их повторять слова. Хорошо, нубы. Попробуем это еще раз. Диктуйте суперход, 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 суперход. А, я понял. Я до этого смотрел этот чат. И он реально идет минут 20. Но... дисциплина. И это как раз таки часть этого чата. И теперь, видите, мы видим... то, что на заднем плане всегда кто-то диктовал вам, что делать. А то, что ты не видишь, когда изначально смотришь эту запись. Типа этого чата. Такие вот пироги. Ладно, на этом, наверное, конец этого ролика. Я надеюсь, что он вам понравился. Если он вам понравился, не забывайте подписываться на этот канал, если тут впервые. Оставляйте комментарии, ставьте полицейка, также рекомендуйте этот канал друзьям, потому что я всегда рад новым подписчикам. Пока что на этом все. Пока и обдёбдя. Уйди с удачи в ролике. Пока. Я, конечно, могу посидеть и подождать, но, говорю, это реально идет еще, скорее всего, будет идти несколько минут. И я не знаю, стоит или не стоит. Мы, в принципе, поняли, что таким образом они просто привлекают людей к этой игре. В таком духе. Пока!